4:30 начинаем. Иди нас. И мы сюда больше не вернемся. Втов Трипільський мисливець, как указывает табличка. В очах розвиднялось. Да. Сколько за ним час качает? Все, Миша, мы проконтролировали, вода наполнилась. Китайцы, их понять нельзя. Ну, он на дальнее расстояние не гати, да, только рядом, чтобы так кинуть метров 100-200 шланги, поливать город. В зависимости, я кажу, перепад. Подъем, перепад, да. Ага. По прямой, то он будет пхать. А каждый у нас 10 метров атмосфера. Угу. А расход який? 5,5 сил, 600 литров в минуту. Ага, 600 литров в минуту? В минуту. В минуту. Ну, брешу. Это как трикеры наши. Бреш на бензин сейчас? На бензин. И сколько за час ухода? Сколько надо, сколько заливаем, да. Парус развернут. Пора уплывать. Надо пару. Порвали парус. Каюсь. Главное, чтоб не надо. Каюсь. И знаешь, такой фокус? И оп, меня нет. Карен Копперфилд. 14400. Время сколько? 16:32. Отлично. А сколько у нас мушкетов? 4. Опять скрипит потертое седло. Помню мультик детства. Помню тебе. Один за всех и все за одного. То уже через месяц где-то. То чуть попозже. Сегодня задача доржить его там дальше. Им просто что заплывать. Засчитай, с пляжа туди надо еще 500 метров заплывать. Не, ну они могут, в принципе, лодкой как бы поднять. А потом вывезут его, если там удобно. Нам главное, чтобы удобно, где был подъезд нормальный, чтобы легковой машины не надо заподъехать до берега. Есть, там еще есть. Конечно, я запала с хорошим пунктом. Вот тут же ж дальше уже гребені там. Ну нам надо наверх напасть, сюда не да. Наверх, налево. Пошел. И пошел.